Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на нашем канале MaxKnives.shop. Сегодня мы вкратце рассмотрим пару версий двух моделей BAT и BAT-B от компании Mr. Blade. Что это вообще такое, если вкратце? Ну, на мой взгляд, это такие бюджетные туристы, ножи легкие очень, маневренные. Из понятных неприхотливых материалов, очень простые в эксплуатации, неприхотливые, вот, и со своей изюминкой. Значит, что такое BAT-B? Это вот такой вот нож с формой клинка Skinner. Вот, обратите внимание, что он идет в двух вариантах обработки, есть Stone Wash, есть Black Wash. Значит, скажем так, более такая радиусная режущая кромка, плюс есть небольшая горбинка, да, вот, эта история вот как раз-таки про канадскую форму скиннеров. Значит, на клинке 8 хром, 14 молибден, ванадий, hidden tank, то есть конструкция у нас сквозной монтаж, хвостовик здесь проходит через всю рукоять, есть просверленное отверстие, подтемлячное отверстие, рукоятка выполнена из резинопластика и ластрон. Сейчас вот попробую поймать свет, чтобы вы увидели там, вот видите, то есть сталь доходит до самой тыльной части и прорезается темлячное отверстие. И наваривается, собственно говоря, эластрон. Вот матрица с двумя такими нитями. В общем, две плашки под температурным воздействием вот так вот навариваются. Вот видите, сварной шов виден. Значит, по ножнам, значит, ножны у нас здесь выполнены из АБС пластика. Вот, довольно-таки все надежно сидит, ничего не дребезжит, это у меня болтается проушина. Значит, вот такая вот матерчатая проушина, здесь она на трех кнопках, клепках, прошу прощения, есть сливное отверстие, есть два таких вот люверса. Здесь подъем для того, чтобы я большим пальцем вот так вот упирался для удобства извлечения данного изделия. В общем, BAT-B это больше про, ну, как по мне, знаете, это что-то такое типа охота-рыбалка, безусловно, полевая кухня, но он больше именно такой вот скиннероподобный. Отдельного внимания здесь заслуживает рукоятка, но мы ее рассмотрим, давайте, на примере ножа BAT без приставки B. Собственно говоря, что такое BAT? Это более такой хищный клинок, он чуть-чуть поменьше, он чуть-чуть полегче. То же самое, обратите внимание, здесь у нас обработка есть Black Wash, есть Stone Wash. Небольшое такое вот фальшлезвие, копьевидная форма клинка и, ну, где-то порядка, наверное, 45 мм полноценный обух идет. То есть удобно оперировать вот таким вот, например, образом, да. И рукоятка. Рукоятка здесь, не знаю, наверное, 70% вообще ножа. Что в этом случае, что в этом случае. Потому что обратите внимание на ее эргономику. Вот, на ее форм-фактор. Обратите внимание, что у нас присутствует насечка под мизинец. Она в правильном месте сужается. Что здесь, что под указательный палец. Обратите внимание вот на эти выемки. То есть вариативность хватов безумная просто. То есть если я беру, например, финским хватом, каким-то образом перехватываюсь, здесь таким вот образом, таким, там, не знаю, обратным хватом, это все дико удобно. То есть мы на выходе получаем, бюджетные рабочие ножи из понятных материалов, которые, ну, пригодятся будут ко двору, я не знаю, ну, много в каких ситуациях, скажем так. Когда небо было высоко, солнце светило ярче, и птички пели веселее. Помню те времена, когда что-то подобное было у того же Кизляра, например, вот, за даже более низкие деньги, но то было давно и уже, к сожалению, неправда. Но не будем о грустном. Вот, на мой взгляд, очень хорошая альтернатива в виде ножа BAT и BAT-B от компании Mr. Blade. Ссылки на мои контакты, на наши площадки, где и как купить, как заказать, будут в описании, в закрепленном комментарии. Друзья, в очередной раз призываю уже настоящих владельцев данных изделий поделиться своим опытом в комментарии, рассказать про плюсы, рассказать про минусы данных изделий. В общем, вы этим очень сильно поможете не только нашему YouTube-каналу, но и тем зрителям, которым интересно, кто думает, брать, не брать. Вот, потому что, как я считаю, теоретизировать можно очень долго,
можно много предполагать, но самое ценное это то, когда делятся опытом те, кто уже имеет практическое, ну, собственно, у кого есть практический опыт пользования, эксплуатации, применения вот данных изделий. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Там есть ссылка на ВК, на наши два телеграм-канала. Вот у нас частенько бывают всякие прикольные бонусы. Ну и как обычно, дорогие друзья, всем добрых ножей, хорошего реза. До скорых встреч. Всем пока-пока.